жил на свете обыкновенный верблюжонок, и звали его Топотой. И как все верблюжата, он любил веселые игры. Однажды случилась с Топотоем странная история. Проснулся он рано утром и обнаружил на кончике своего хвоста живой кустик, совсем как верблюжья колючка. Чудеса! Идите сами. Ты же останешься голодным. Смотрите. Можно попробовать. Попробуйте. Только по одному листочку. Ой, как вкусно. Теперь вам ясно, что мне с вами нечего делать. Играть! Играть я не хочу. А, не хочешь? Как хочешь. Эй, Топотой, пойдем играть. Что за я бегать, протирать ступни? Бегайте вы. А я буду есть и спать. Потому что я необыкновенный. Я тяжелее. Эх ты, бедняга. Вот это необыкновенный. Лежебока. Лежебока. Так шли месяцы, наступила и прошла зима, отцвела весна, и снова наступило лето. Ты чего? Ты чего плачешь? Хвостик потерял. Да. Ой, а я знаю, где он. Только пойдешь ли ты за ним? За хвостом я пойду. Да, но он ведь на другом краю степи, на берегу синих озер. Все равно пойду. Ну ладно. Quack, 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 quack.
Узнаешь свой кустик? Узнаю. А хочешь, чтобы он опять вернулся к тебе? Не знаю. А ты стал красивым и стройным, как раньше. Спасибо. Так ты не хочешь забрать свой волшебный куст? Не хочу. В степи много верблюжьей колючки. Если не лениться, всегда будешь сытым. Ну, как хочешь. Я пришел только проведать тебя. Прощай. Мне надо спешить к друзьям. Это же наш Топотой! Ой, как хорошо, что ты теперь с нами! Да! Вот и вся эта странная история, которая произошла с маленьким верблюжонком Топотоем. Thank you.